Московский монастырь. Место, где покоятся мощи святой старицы, блаженной Матроны. Вот этот ручеек людей тянется каждый день к мощам. Золотая осень в Покровском монастыре. Октябрь. Цветник изрос поздней осенью в октябре, радует очень в Покровском монастыре. Розовые, лимонно-желтые, красные, белые розы цветочного, не чайного цвета. Архитектура Покровского монастыря в классическом стиле. А вот в этом здании находится мощь. Ну, а на прощание мы зашли погреться и вкусно покушать такую трапезную, похожую на чертоги царские. Здесь уютно, очень ароматные запахи, горячий борщ со сметаной, рыбные и котлеты отбивные. И даже деликатесы. Красная икра, красная рыба. Очень вкусно. Такое ощущение, что мы в саду. Окна широкие и прекрасное освещение. Кондиционеры. Прекрасно.